Кирове произошел очередной случай схода снега с крыши. Сегодня около 11 часов дня в районе дома номер 84 на Роза Люксембург снежная глыба рухнула на пенсионерку. Очевидцы сообщают, что удар пришелся на плечо. Женщине тут же вызвали скорую помощь. По данным областного Минздрава, у пострадавшей незначительное повреждение, госпитализация ей не потребовалась. Пенсионерку уже отпустили домой из травмбольницы. В мэрии сообщают, что снег упал с козырька одного из магазинов. Ответственность за этот случай будет нести собственник помещения, который не своевременно очистил кровлю. Ну, я приехала, да, ее как раз подъехала скорая помощь и осматривали ее. И потом увезли в травматологию. Мы всячески будем помогать, если какая-то понадобится помощь. Все-таки там, я так понимаю, все равно лечение какое-то нужно.